Маша, любимая. Моя хорошая. Ответь на один вопрос, который меня волнует. Один. У них тысячи в течение дня. Сегодняшний сейчас только один. Один в эту минуту, вы же понимаете. Могла ли я начать худеть всего на 4-й день йоги-ретрита? На детоксе, находясь на детоксе. Могла ли? А как ты чувствуешь по ощущениям? Да, я начала худеть. Потому что это моя кофточка, которая мне мала. А Таня, она стала как раз. Вот так вот девчонки идентифицируют стройные свои фигуры. Я им всегда для теста даю свою одежду. Если она им по нраву и по весу, соответственно, детокс работает. Скажи, относительно дурных привычек, есть сладкое в течение дня, шоколад уходит? Есть ли тоска по сладкому? И какие вот у тебя ощущения, что ты перестала, допустим, пить кофе, есть кейки, что-то такое? Расскажи из своего опыта. Кофе пить перестала, кейки не ем. По-сладенькому, честно, немножко скучаю. А чем заменяешь? Немножко скучаю. А чем заменяешь? Ой, заменяем вкусным вареньем, который Катя приготовила. У нас есть эко-варенье. Божественным эко-вареньем. Немножко сухофруктов. Да. Ну, и все, да. А расскажи, что у нас с сухофруктами происходит? Какие тебе больше нравятся? Сухофрукты, которые вымочены в содовом растворе. А почему? Во-первых, они экологически чистые. Так. Во-вторых, они очень вкусные. Божественные. А почему вкусные? Потому что они сочные, нежные, они такие наполненные. Любовью? Однозначно. Вот теперь разгадала загадку. Согласна. Но на самом деле, а как ощущение легкости? Вот ты говоришь, да, действительно, я чувствую, что я постройнела. Есть ли желание продолжать? Да, однозначно. Желание, в таком весе? Не желание, а твердое намерение. Твердое намерение. То есть все-таки состояние стройности дает легкость, а легкость дает... Что тебе дает эта легкость? Легкость дает, кстати, дополнительную силу. И энергию. И энергию. Удивительно. Без мяса, без продуктов животного происхождения ты полон сил и энергии. Не подкопаешься, друзья мои. Столько каверзных вопросов задала. А ученица моя все знает на зубок, как будто бы экзамены сдает. Отличница, сразу видно. Танюш, ну что, я поздравляю тебя с этим опытом и с твоей стройной фигурой. Мне она очень нравится, у меня много платьев для тебя. Ждем вас. Ну, в общем... Послушай, слышно, не слышно.